Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал к пляжу Клеопатра. Вот какая тут красота. Тут недалеко от этого пляжа продается двухкомнатная квартира 1 плюс 1. Прямо в центре этой красоты. Итак, по очень хорошей цене. Цена этой квартиры 113 500 евро. Квартира под ключ. 1 плюс 1 с отдельной кухней. Почти как 2 плюс 1. Цена была другая раньше. Сейчас хозяин сделал скидку. Так что вот квартира находится недалеко от этого пляжа. Максимум 400 метров расстояния. Прекрасный пляж. Тут через 2 метра уже глубоко, но где-то можно уже найти хороший уклон. Ой, Клеопатра. Пляж Клеопатры. Вид на горы здесь у нас также есть. Так, дорогие зрители, я прямо от этого пляжа пойду к этой квартире. А вы смотрите ролик, как раз побеседуем о том, о чем. Цены на недвижимость где-то поднялись, где-то встали. У кого-то есть скидка, у кого-то срочная продажа. Пройду я людей. А здесь рядом парк. Очень хороший. Музыка отойдем. Вот, дорогие. Тут парк. Он до пляжа Улаш продолжается где-то 3 километра расстояния. Дом для котят. Детский парк в той стороне. Тут спортивное оборудование. Скамеечки. Вот улица Атачурка известная, которая находится в центре города. Вот этот парк идет 3 километра. Здесь известный отель Aladdin Beach Hotel. Квартира находится за этими зданиями. Тут жизнь кипит. Дискотеки, прогулки, яхты. Европейцев много. Сезон 12 месяцев. Туси-муси, танцы-манцы, дикси-бикси. Пикси-шпукси. Так, да. Что-то меня тоже завело в центр города. Я уже стал тоже городским. Куда я шел? Так, если хочу показать очень красивое место. Потеряю 10-20 секунд. Но приходите сюда фоткаться. Смотрите, зонтики. Красивые фотки выходят. Так. Я тоже фон возьму. Может быть, превью сделаю. Прошлись. Вы видите, I love Alanya. Даже здесь тоже возьму. Такое превью красивое выходит. Так, себя тоже фон возьму. Вот так, там я напишу слова. Да? Так, взял превью. Качели тоже есть. Все, приходите, здесь тоже есть Дельфина Бич Клуб. Ресторан. Красиво придумали, интересно. Разноцветные. Ага. Уже 4 минут ролик. Много времени потерял тут на дороге. Идемте прямо к квартире. Вот отсюда проход. Переходим. 4-5 минут ходьбы до моря. Вот такие интересные ресторанчики. Рядом у этой квартиры также есть магазин. Вот я его уже вижу, красным горит. 2-3 входа туда. Итак.
Идемте. Кого интересует какая-либо недвижимость? У меня есть такие квартирки, которые я не успеваю снимать. Конфетки, скажем, пирожки с начинкой, с колбаской, с повидлой, которые я скрываю от глаз чужих. Здание за этим зданием должно быть. Также здесь ресторанчик, вышли с квартиры, там сели, поели. Через день в другом месте поели. Много отелей рядом. Апарт-отели, мотели как-то маленькие. Вот маркет прямо за зданием. Где-то тут здание. Вот фиолетовое здание. Одна дорога отсюда, короткая дорога. Вот тут все продают, все в шаговой доступности. Рядом с этим зданием также есть парк. Все, я вот дошел, 6 минут, там, минуту я там потерял. У моря поговорил. 4-5 минут ходьбы. Это немного, центр города, цена суперская. Что ждете? Звоните, плюс 90-555-064-91-10. Квартира под ключ. Жилая площадь там 65-64 квадратных метров. Жилая, полезная, с балконом вместе. Вот здание. Открытая парковка. Вот 6 минут я снял. Вот тут дорога для машины, можете заехать сюда. Рядом есть парк, тоже его покажу. Я редко в центре снимаю, когда вот такие интересные варианты. Прихожу и снимаю. Вот парк. Хороший. Тихо, спокойно тут. Машины сюда не заезжают. Шума, гамма нету такого. Дискотеки тоже вдалеке. Куда я дел ключ? Теперь надо ключ искать. Нашел. Вот он. Квартира находится на том этаже. Четвертый. Лифта у этих зданий нету, так как тут в основном старые постройки. В центре города новостройки очень дорогие. Давайте я паузу нажму. Итак, дорогие, на этаже две квартиры. Тут у нас прихожая, уже темнеет. Видите, по вечерам тоже работы. Потом говорят. Так, вот тут прихожая, видите, хорошая прихожая, можно тут даже шкафчик установить. Смотрите, здесь камера. А, стиральная машинка. Арчели. Интересно сделали. Санузел. О. Не маленький. Нормальный санузел. Спальня здесь. 15 квадратных метров спальня. 1 плюс 1. Это редкость. Четыре с половиной. Но я отмерил отсюда угол. 15 минимум есть. Шкафчик до потолка. Видите? Вижу. Подушки тоже поставили. Угу. Кондиционер старенький, нужно поменять.
Отдельная кухня. Вот. 1+1 с отдельной кухней – это редкость, да? Я вам нашел такую редкость. Мраморная столешница, которая никогда не стоит. Бэка у нас духовка, плита, вытяжка. Тоже можете поменять, если хотите. Холодильник есть, квартира под ключ. Вот. Огромный балкон. Можно застеклить. Отсюда я вижу даже крепость. С верхнего этажа есть открытая терраса. Там можете поставить стол, стул, самовар, чай, май, лей, пей. Кто пьет пиво, там вино. Романтику устроить может. Можете застеклить, убрать все это. Вид на горы. Вид на соседние здания, на деревья. Вот. Застеклите, будет вам еще одна комната. Здесь как минимум 20 квадратных метров. Только вот этот балкон. Также здесь у нас гостиная. Тоже 15 квадратных метров, как спальня. Телевизор Samsung. Красный ковер. Мягкий диван, кажется, раскладной. Да, раскладной. Высокие потолки 280 или 275 сантиметров. Один плюс один. 113 500 евро. В самом центре города. Выходишь, дискотека, выходишь, ресторан, выходишь, Клеопатра тебя ждет там у пляжа и тому подобное. Очень много фишек. Кому нужна городская жизнь именно в центре города Алания, это самый лучший вариант. Таких цен нету. Плюс 90-555-064-91-10. С вами был Агасиев, Солнечная Алания, район Клеопатра. Всем пока-пока.